Урок грамотности для Максима Галкина в прямом эфире. Во время детского шоу «Лучше всех» на российском Первом канале 11-летняя белоруска Настя Ванеева сделала замечание ведущему. И не одно. Не Белоруссия, а Беларусь. Ролик за считанные секунды разлетелся по соцсетям. Сегодняшней программой мы не только хотим доказать, что маленькая девочка из Белоруссии может потрясающе... А? Из Белоруссии, а не из Белоруссии. А, из Белоруссии? Да. Слушай, а вы в Беларуси говорите «из Беларуси», а мы в России говорим «из Белоруссии». А правильно, «из Беларуси». Хорошо. Прекрасная девочка из Сморгани. Так нормально? Нет. Почему? Из Сморгани. Я уже забыл, что я хотел сказать. А, мы не только хотим доказать, что это прекрасная девочка из Сморгани, что в соседнем государстве находится... И ж не к чему придраться. Вот. Белорусы такие.